Думаю, сегодня по сравнению с предыдущим матчем мы предстали совсем другой командой. Мы отлично начали, забили и в дальнейшем выглядели лучше соперника по всем показателям. Особенно стоит отметить спецбригады, которые проделали прекрасную работу. Мы забросили важные шайбы в большинстве. Что ж, хороший результат. Сейчас много команд ведут борьбу за места в зоне плей-офф. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Да, в последнее время у нас было больше поражений. В Уфе, Казани и Нижнекамске не смогли показать свой лучший хоккей. Но здорово, что удалось вернуться на победный путь и завершить эту часть сезона на мажорной ноте. Впереди международная пауза. Перезагрузимся, наберемся силы, будем готовы к следующему, еще более важному отрезку чемпионата. Ну, хорошо, что выиграли. В любом случае, победа — это позитив. И на международную паузу шли как бы, ну, с победой, и это не может не радовать. Но все же осадок остался, и как бы рисунок игры, мне кажется, не все довольны как бы своей игрой. Нам очень много еще нужно работать, если мы хотим попасть в плей-офф. Ну, есть время отдохнуть. Кто-то поедет в сборную, переведет дух, там смена обстановки, она тоже пойдет на пользу парням. И я думаю, будет время и поработать над какими-то тактическими моментами, что-то и привести голову в порядок. Да, это была хорошая игра. В преддверии паузы нас ждал важный матч, который нужно было выиграть. И мы сделали это. Думаю, перерыв сейчас кстати. Отдых – важная составляющая игры, и он случился в нужное время. Парни смогут немного расслабиться и побыть с семьями, а потом вернуться и хорошенько поработать. Мы знаем, что нам надо играть лучше, поскольку 4 поражения подряд – это неприемлемо. Рады, что удалось прервать неудачную серию.